Заходим мы в избушку, и на столе лежат две шоколадки. И тут записка. Гостили 90122. Спасибо вам, все огонь. А, хорошо. И кто-то. Короче, это, по-моему, подпись. Всем привет! Всем привет, друзья! Вы на канале Патыч и Михалыч. Затопили печь. Печка уже дает тепло, но еще холодно. И осталось одно нам сделать, самое сложное, после конца пути. Это сходить за водой. Там у нас приехал. Здорово. Это там оставил. Да. За водой гоняли. Молодец, молодец, собака. Можно тебя погладить? Собака, погладить тебя можно? Хорошая собака, хорош. Хьюга, Хьюга. Да, будем дружить. Все. Барьер преодолен. Иду сейчас проверить пчел, залезу к ним, посмотрим, живы нет. Заодно закину градусник туда, чтобы узнать температуру. Хьюга со мной тоже хочет залезть. Хьюга, ну-ка, давай не залазь туда. Такой туннель прокопал, сейчас полезем вовнутрь. Сейчас посмотрим. Тут и снега почти нету. Ловушки. Вот сюда. Вот сюда кладу градусник, чтобы знать температуру. Сейчас проверим, живы они или нет. Да, пчелки живы. Все хорошо. Собираемся сейчас жарить пельмени, которые налепили в прошлом ролике Степа с Леной.
что, Дима, как тебе пельмешки? Отлично. Она самодельная? Угу. Мясо, фарш. Самодельный всегда фарш чувствуется. Прям. Ну, да ты маленький мой мальчик. Идет снег нереальный. Такой медленный. Ветра сильного нету, и как будто все в замедленном таком. В замедленном виде. Очень прикольно. И красиво, друзья. Красота просто нереальная. Ну вот такая штука, воду возить, это круто. Полочки будем делать здесь, за печкой, с этой стороны. Сейчас снимем размеры и будем пилить доски. 130. Ну как тебе бензопила? Пилорама? Ну это просто великолепно. Я прямо этот. Ну не боялся сделать что-то не так.
Вот это жесть! Поменьше немного, да? Дима, что готовим? Плов. Я ни разу в жизни не делал плов. Пока мы делаем полку, Дима готовит плов.
Он сам готовится. Сам готовится. Так офигенно влезли. Блин, нет ничего такого в избе идеального, как вот эта канистра залазит под вот эту полочку. Прям притык в притык. А мы не измеряли, нет, просто взяли 40 сантиметров, а высоты топтык. Дима нам привез суфпаёк. Хотим сейчас посмотреть, что в нем находится. Сань, давай скрывай. Военторг. Тут три рациона питания. Завтрак, обед и ужин. На один раз трем человекам достаточно будет. В армии я ел. Знаю, что такое. Повидло яблочное. Мясо с зеленым горошком и морковью. Говядина тушеная, первый сорт. Рис с курицей и овощами. Шпик, икра из кабачков. Пюре протертое, натуральное, яблочное. Пустой турок. О, сыр плавленый. Сыр плавленый. Это хорошая вещь. Ну и здесь галеты. Шоколадка, спички, паштет нежный, паштет печеночный, чай есть, кофе, сливки сухие, соль. Вот все, что входит в суфпаёк. Ну, тут еще разогреватель. Три таблетки идет и платформа, куда ставить вот эту штуку. Ну, еще тут есть сахар. Три упаковки по 20 грамм. Ну, да, ну, троих человек. Ну и три ложки. Все, ништяк. Шоколадка так себе. Да? Это же чисто горький шоколад. Так это же военторг. Это же армия. В армии плохо кормят. Даже сухпайки плохие. Хьюга тоже смотрит. Хочет покушать. Хотя только что покушал. Да, Хьюга, только что покушал ты. Перекусывать, а то кушать уже охота. Ели. Сама. Как у вас дегустация проходит? Сама. Отлично. Вкусное сало. Вкусное сало, да. О, запашок такой. Ништяк. Сейчас косточки покушаешь. Хьюга. Время 8 утра. Полдевятого уже. Дима собирается домой. Мы немного припозднимся. Выйдем домой попозже. Где-то ближе к обеду. Сейчас Диму проводим. Ну, придется ползти на дерево. Где-то там. На дереве дрон застрял. Так, все, Мишаня полез на дерево за дроном. Ну нормально, что? Три этажа есть. Запускали дрон, застрял на дереве. Теперь валим отсюда. Здесь ништяк. Я видел. Красава, Михалыч! По молодец! Сюда, что ли, упал прямо? Как он так сюда-то попал? А где винт один? Винта нету? Нет, есть. Отломался после чуть-чуть. А? Ага.
Все живой, нормально? Отлично. Мишань, давай аккуратно. Миша спасатель просто. Блин, круто, что наверх лезть не пришлось на самом деле. Ага. Пиши чай пить. Минус 10. Нормально. Чокнемся за традицией. Да. Ну и собака на трюках меня приняла. Изба у вас классная. Спасибо. Старались. Хорошей дороги тебе. Я, короче, тебе пишу, как там идет. Да, и ты, если что, обязательно звони, номер есть. Да, договорились. Все, давай, хорошего пути, Дим. Что-то она у него не едет. А когда не рвет. А, блин. Охренеть. Да, в гору он устанет забираться. Так-то интересно. Кто-нибудь видел когда-нибудь такие яйца? Жарятся, ничего, вроде нормально. Ну все, пожарится, оттает, да пожарится. Закрыть, пускай оттаивает. Желток еще не оттаял. Все, завтрак готов. Яишенка. Полочка готова. Полочку делали под обувь, под посуду. Вниз будут залазить сапоги. Вон там все потекло у полки, смола. С вами были Ипатыч и Михалыч, и Хьюго. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. И давайте всем пока, друзья, и до новых встреч. Всем пока. Пока. Хьюго, всем пока скажи. Всем пока скажи, Хьюго.